Шумбрат, Подмосковье. Так называется праздник мордовской культуры. Шумбрат переводится как «здравствуйте». Обычно мордвины отмечают его после сбора урожая. Надевают яркие национальные костюмы, которые сами и вышивают. Играют в потешные игры и громко распевают народные песни. У нас очень широко празднуется культура. Национальный у нас напиток поза. Пьют эту позу, конечно же. И вы, наверное, сегодня обратили внимание, какие плясуни у нас мордовские. Частушки мордовские настолько задорно пляшут. Мне кажется, каждая мордовка и каждый мордвин поддерживает эти пляски. В Доме культуры «Родина» на Шумбрат съехались мордвины из Москвы и области. Представители этой национальности с радостью делились своим творчеством с жителями и погружали их в свою культуру. Как вы знаете, мордовы очень гостеприимный народ. Они пекут блины, пироги. Они знакомят жителей Москвы, Подмосковья и Химок со своими традициями. Как они живут, чем они дышат, так сказать. И как они тоже радуются всему, что происходит у нас. Данилкина Надежда и Сергей Санаев познакомились в Москве на концерте. После выяснилось, что оба из Мордовии. И вот уже 11 лет они выступают на национальных фестивалях. Надежда поет, а Сергей подыгрывает на баяне. Говорят, что рады возможности наконец-то увидеться с земляками. Давно не виделись с этой вот пандемией, тем более. А сегодня мы видимся, очень многие знакомые лица. Конечно, приятно, очень приятно, что опять можно встретиться, можно выступить, можно поговорить, можно просто побеседовать. Поздравила земляков с праздником и заслуженная артистка Республики Мордовия, солистка государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» Вера Каяцкая. Она вместе со своим сыном Никитой исполнила несколько композиций. Праздник «Шумбрат» объединил жителей городского округа и помог узнать много нового о мордовских традициях.